Ломай его непредсказуемо. Именно так, Майк. Красивейший уклон. Идеально. Идеально. Чистейший удар, Майк. Идеально. Прекрасный левый хук. Привет всем, друзья! 16 ноября состоится боксерский поединок легендарного железного Майка Тайсона и нахального молодого блогера Джейка Пола, который смог вырубить бывшего чемпиона и ветерана UFC Тайрона Вудли. Рубаку на голых кулаках Майка Перри победил по очкам гангстера Нейта Диаза и легендарного паука Андерсона Сильву. В преддверии этого боя мы подготовили для вас перевод тренировки Майка Тайсона. Желаем вам приятного просмотра и просим не забывать оставлять лайки и комментарии под этим видео. Для нас это важно. Спасибо и приятного просмотра. Осталось 16 дней до боя. Хотя нет, 17 дней. У нас все хорошо. Идеальное время, идеальная точка, которой Майк собрал все воедино. Как физически, так и психологически. Мы в большом ожидании. Если бы бой был в следующую субботу, то Майк был бы готов. Если говорить про бой с Роем Джонсом, то бой против него состоялся 4 года назад. И сегодняшний Майк намного лучше, чем был во времена боя с Роем. Спустя 4 года, в 58 лет, он лучше, чем в 54. Он увидел все, что было правильно или неправильно, и все было исправлено. В этом состоит красота боев. Как его, так и наша общая. Энергетика в порядке. Можно заказать новые шнурки? Пожалуйста. Как дела? Все хорошо? Как дела? Мы растем. Расти вместе всегда хорошо. Ты хладнокровный убийца, понял меня? Ты хладнокровный убийца, давай. Раунд первый. Режь углы, вот так, режь углы. Именно так, красотища. Абсолютно верно, вот так, Майк Тайсон. Идеально. Ломай его непредсказуемо. Именно так, Майк, красивейший уклон. Идеально, идеально. Все прекрасно, все совершенно и полноценно, даже ничего не добавить. Именно так, Майк, великолепный уклон, идеальный ролл, идеальная защита, чемпион. Это идеальное позиционирование головы, вот о чем мы с тобой говорили. 40 секунд. Ты побеждаешь в бою, поэтому для тебя нет причин ловиться вперед. Ты побеждаешь, и для нас этого достаточно. Чистейший удар, Майк, идеально. Прекрасный левый хук. Мы закончили. Работа закончена. На этом все. 4, 3, 2.
One and time! Ой! Ну как? Хорошо? Все замечательно. Ты победил в каждом раунде. Сказать по правде, сегодня я не ожидал увидеть что-то, придя сюда. Но мои ожидания не оправдались. Ты выглядел очень хорошо. Майк особенный. На протяжении жизни я работал с разными спортсменами, и каждый из них в чем-то великолепен. Но Майк — это совершенно другой зверь. Что будем делать? Еще один подход. Сделаем 12 повторений и тяжелее не будем. Поэтому сосредоточимся на технике в 12 повторениях. Сегодня мы уже делали пару подходов с пятнашками, так что нам нужно только 12 повторений. Поэтому давай сейчас сделаю двенашечки. Давай, чисто и жестко. Молодец! Три, фор, good work. И еще 4, 9, еще 2, 11 и 12. Замечательный подход. Ты очень хорошо отработала. Легко было? Да, так и было. Мужик, расслабься и положи ее на пол. Ты что, блин, делаешь? Я просто готовлюсь. Да положи ты ее и расслабься. Он, похоже, боится, что ты много отдохнешь. Вот именно. Дай отдохнуть хоть немного. Хотите, расскажу вам прикол, братишки? Короче, у меня есть очень богатый друг, и он сказал: «Майк, не нужно драться, я дам тебе денег». Ты с ума нахрен сошел? Только 12 повторений. Больше не нужно. Чуть медленнее, когда опускаешь. Вообще без проблем, мать вашу. Пока это был лучший подход. Финальный раунд. Это последний, Майк. 30 раз. Коснулся и встал. Пошел. Отличная работа, Майк. Отлично, сэр. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, halfway, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Мы продолжаем двигаться вверх, понемногу добавляем трехминутные раунды и смотрим, сколько раундов сможем выжить. Наращиваем время, ведь бой будет проходить 10 раундов. 10, мать их, раундов, это очень серьезно. Майк будет готов. Он будет готов. Нельзя научить его тому, что у него есть. Это то, что он взрастил в себе, и то, каким он был на протяжении всей своей жизни. Именно поэтому каждый раз, когда мы видим его в бою или во время интервью, это особенный момент. Он просто особенный человек и устраивает особенное шоу. Майк каждую тренировку улучшает свою технику. Каждый день становится все лучше и лучше. В защите, в силе, в скорости, в выносливости. На сегодняшний день он собрал все воедино. Он в хороших кондициях и обладает тем, чтобы показать красивый поединок. Единственное, что мы гарантируем, это то, что Майк либо убьет, либо будет убит. Он будет драться с этим мальчишкой, как сумасшедший. Это я точно вам могу обещать. Все, что нам нужно, это всего лишь одно касание. Если Майк хотя бы коснется его своими руками, то все. На этом поединок будет окончен. Мы докажем это 15 ноября. Как же охренительно! Порвались. Вот именно. А теперь представь, что будет с лицом Джейка, если Майк порвал лапы. Это очень хорошее снаряжение, и оно не выдерживает ударов Майка Тайсона. Представляешь, что будет с лицом пацана? На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой TrueGym. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока.